что, может быть, стоит промолчать пока до их программы. Давайте посмотрим. Да, да. Давайте программы посмотрим хорошие. И будем держать кулаки. Спортсмены за то, чтобы, великолепные. Чтобы они откатались так, как они могут. Приземление, но это все равно позволит им получить хорошие баллы за этот элемент. И выброс тройной Ридбергера. Осталось сделать поддержку. Молодцы. Молодцы. Справились со всеми сложностями. Но я думаю, что все-таки опыт, он стоит дорогого. Сколько ребята прошли, сколько они испытали. И все соревнования самого высокого. Пущенные и пропущенные Олимпийские игры в Сочи. Это все, конечно, это тот бесценный опыт, который позволил им, несмотря на акклиматизацию, несмотря на сложности, сделать то, что они должны сделать именно в этот день и в эту минуту. Если бы еще этот опыт вмещал в себя чуть меньше четвертых и чуть больше призовых мест. Уж столько раз они оставались на ближних поступах к пьедесталу. А вот мы слышим Тамару Николаевну, которая довольна выступлением ребят, говорит, достойно и есть не полностью согласен. Хорошо, параллельный тройной тулуп. Да, близко, одинаково, да, очень хорошо. Вот вы видите, тройная под круг. Саша ловит юку, и в момент ловли он теряет контроль и ставит ее очень близко под ноги. Тройной Ридбергер, выброс, сделан хорошо. Может быть, не на плюс 3, но на плюс 2. Я думаю, что это достойно. Элементы, я думаю, что все четвертого уровня, что показывает судейский монитор. Подкрутка-то третий. Подкрутка третий, да, потому что ловля была смазана. Да. Все остальное четвертый, да, вопросов никаких. И Тодос очень уверенный, сильный, с хорошими плюсами. Арбитры оценили исполнение нашими спортсменами. В общем, очень хорошее выступление. И
думаю, конкурентоспособны по сравнению с китайцами. Ну что, Тамара Николаевна и Саша довольны, Юка какая-то сидит. Никаких претензий к дорожке. Первое место.